Электроника МК-71, советский инженерный калькулятор, выпускался с 1985 года, продавался по цене 75 рублей. Полный советский аналог FX950. По своей сути этот калькулятор является более сложным аналогом электроника МК-51. Электроника МК-71 – микрокалькулятор с питанием от батарей солнечных элементов, предназначенные для выполнения инженерных расчетов. Микрокалькулятор автоматически выполняет 4 арифметических действия: вычисление натуральных и десятичных логарифмов и антилогарифмов, прямых и обратных тригонометрических функций, гиперболических функций, перевод величин, выраженных в градусах, минутах и секундах в целые десятичные доли градуса, и наоборот, вычисление обратных величин, факториала, возведение в квадрат и извлечение квадратного корня и кубического корня, возведение в степень, вычисление аппетитными скобками, операции с дробными числами, операции с памятью, изменение знака числа, перевод с декартовых координат в полярные и наоборот, коррекцию ошибочно введенных чисел, операции, вычисление процентов, представление числа в экспоненциальной форме, фиксирование с округлением чисел, результаты вычисления и нормирования их, округление, статистические расчеты. Наличие совмещенной функции F позволяет использовать клавиши для выполнения двух, трех и четырех операций. Обозначения совмещенных функций расположены над клавишами сверху справа. Микрокалькулятор может находиться в одном из режимов: основном, совмещенной функции, статистических расчетов, вычисления с константой, переполнение. Он воспроизводит исходные данные и результаты вычисления в экспоненциальной форме или форме с натуральной запятой. Солнечная батарея калькулятора имела достаточно большую мощность, а потребление им тока было так мало, что, фактически, для работы было достаточно света стеариновой свечи в полной темноте на расстоянии 20 сантиметров. Для отвода лишней энергии внутри микрокалькулятора были смонтированы 4 светодиода, невидимых снаружи. Однако при люминесцентном освещении солнечная батарея работала хуже. В учебных заведениях обычно используется люминесцентное освещение, и если его было недостаточно, например, горели не все лампы, калькулятор не работал или работал с боями. Появился этот калькулятор уже на исходе эры МК, поэтому не успел стать особо популярным.